Всем привет, с вами Нося. Сегодня мы играем в битву ставок в Роблоксе. Правила объяснять очень долго, поэтому давайте вместе с вами пройдем обучение, и все будет понятно. Привет, Настянка, я аукционист. В битвах ставок вы должны сделать ставку на аукционные гаражи и построить свою империю магазина. Воу, звучит очень интересно. Предвкушение у меня какое-то очень классное. Нажмите на кнопку аукциона, чтобы присоединиться к аукциону. Далее, аукцион, ага, вижу, нажимаю. Отлично, теперь пойдем к доходу. Как какое-то такое имя странное. Знаете, какой-то страны. Нажмите на предмет, чтобы проверить его. А как проверять? Подождите, я... похоже на крутые предметы. Попробуем выиграть их. Хорошо, давайте попробуем. Так, стартинг 100. Делаем ставку. Далее. Ну, слушайте. Мне не кажется, что это 100 стоит. Вообще не кажется, что это 100 стоит. Ладно, ставка. Сделаем ставку. Настянка ставит ставку сотку. Кто ставит 125? Кто-то поставил. Ага. Кто ставит 150? Они предложили больше, чем вы. Снова предложите самую высокую цену. Ага, хорошо. Ну, смотрите, мне кажется, что тут очень много всего. Это дорого стоит. Глобус недешевый. Кегля недешевая. Растения недешевые, мне кажется. И вот этот дартс, доска тоже недешевая. Туалетная бумага дешевая. Мне кажется, даже вот эта вот пандочка стоит примерно где-то 80. Не знаю почему. А кегля где-то 75. Но они все дорого стоят. Я предлагаю 150. Да, это мое. 175 кто-то предлагает? Кажется, никто. А, 1, 2. Настянка продана. Спасибо. Отлично, теперь посмотрим, сколько это стоит. Интересно, какая цена в итоге? Я поставила 150. 21-25 пандочка стоит. Кегля 7, что? 242 в итоге, обалдеть. Отличная работа, прибыль 92 бакса. Класс, спасибо. Я поняла, главное считать, сколько предметы при плюс-минус вообще стоят. У нас есть только место, чтобы забрать один предмет домой. Мы можем улучшить его позже. Нажмите на самый ценный предмет, затем нажмите подтвердить. Самый ценный это мишка за 35. Давайте мишку за 35 подтвердить. Теперь мы можем продать остальные предметы за 187 баксов. Класс. Так, продать, конечно же продать. Ну вы что, не издевайтесь надо мной, мне деньги нужны. Теперь давайте продадим предметы в вашем магазине. У меня есть свой магазин, вау. Ну-ка, выглядит он очень страшно. Зашла такая, как крутая, бизнесмен. Это ваш магазин, сейчас он маленький, но вы можете обновить его позже, хорошо. Я очень хочу обновить магазин. Так, ну говорят, что тут нужен стол, чтобы продать предметы. Выберите стол, чтобы разместить его. Короче, наша задача купить стол. Ну, насколько я понимаю, вот это вот таблица 1. Отлично, теперь нажмите на иконку плюс, чтобы продать предмет. Хорошо, плюс. Мишка, только выберите предмет, который вы хотите продать. Вот отстой. Давайте мишку. Успех! Теперь давайте подождем, пока клиент сделает предложение. $75 плюс 105. Вау! Конечно, принять. Вы что? Это намного дороже стоит. Вау, у тебя есть 5 наконечник самоцветов. Мы можем использовать это, чтобы купить улучшение. Вы имеете в виду кристаллик? Я аукционист. Нажмите кнопку улучшения слева. Здесь вы можете купить улучшение. Вау, я могу магазин крутым сделать. Давайте улучшим ваше пространство для переноски, чтобы вы могли взять больше предметов домой с аукциона. Хорошо, слушайте, я за. Давайте пространство магазина. Недостаточно самоцветов. А, мне вот это вот надо. Угу. Аккуратно, теперь вы можете нести 2 предмета домой. Аккуратно, пожалуйста, не надорвитесь. Хорошо, спасибо. Это все от меня, продолжай выигрывать аукцион, и ты станешь таким же богатым, как и я. И буду одеваться в такие же золотые шмотки с баксом на шее. Я буду рэпером, я хочу быть рэпером. Ага, аукцион, давайте на аукцион нажимаем. Есть бесплатно, есть еще один какой-то склад бесплатно. Вам нужно как минимум $750, чтобы войти в этот аукцион. Давайте тогда доход. Так, и опять я с какими-то чуваками. Хорошо, нажмите на пример, чтобы проверить его. Я думаю, 12, 9, больше 100 баксов точно не стоит. Ставка. Настянка, $50, еее! 175 ставит. Пожалуйста, дайте мне все эти предметы. Никто не хочет ставить 50? Настянка продана за 50! Да! Нажмите на пример, чтобы проверить его. Так, 26, 25, 14, 2. А, не успела все проверить. Блин, надо был гаечный ключ проверить. 75, я ставлю сотку. 125 никто не ставит. Пожалуйста, я хочу свои деньги просто себе обратно. Ну, сотку точно должно стоить. 100, еее! Настянка, красотка. Нажмите, например, чтобы проверить его. Ракетка 17, 22, 19, 17. Блин, бургер не проверил. Очень мало времени, чтобы все остальное проверить. 75. Кто ставит сотку? Уже кто-то ставит. Ладно, я тогда не буду ставить ничего. Блин, ну может 125? Нет, до 125 не дает. Давайте 125. А, уже продали. Да что ж такое? И сколько в итоге? Да ладно! Обалдеть. Так, а что у меня тут? Больше сотки, да? Сколько я заработала плюсов? Достаточно, 97, плюс 97 плюсом, Настянка. И еще я заработала плюсом, еще плюс 50, я бизнесмен. Я хочу продать, ой, я хочу точнее взять с собой. Ну что тут, самое большое, самое дорогое есть, это 20, вот это за 26 и за 26. Все, отлично, может что-то допродам. Все остальное за 233 продать, конечно.
Конечно, конечно, не спрашивайте дальше. Плюс 233 доллара. Сейчас продам свои вещи. Так, два предмета есть, хорошо, ставим один сюда вот зайчика, а сюда ставим клюшку. Зачем эта клюшка нужна, не знаю зачем, ну ладно. Магазин открыт, кажется, никто пока что ничего не покупает, очень жалко. Я расстроена. Я могу закрыть магазин, а могу открыть, изменить магазин. Я могу его как-то изменить, декор, декор еще недоступен. Ладно, я так понимаю, мне снова на аукцион нужно. Так, 250, да, мне не хватает до следующего аукциона, давайте доход. Хочу склад, конечно, попробовать, но давайте снова доход. Нажмите на предмет, чтобы проверить его, 27, 75, 23. Ой, тут много должно быть, тут где-то 150-175. Сотку уже кто-то поставил, 125 я оставлю. Я уверена, что это стоит 125. Пожалуйста, я уверена в этом. Продано на стенке. Это точно больше 125. 18, 17, 17, 12, 3. О, тут маленькая сумма какая-то должна быть. Не, я не буду ставки ставить, тут очень мало. За сотку, мне кажется, так и будет. Тут точно больше сотки не стоит. Просто потрачу деньги зря. 8, 1. О, тут все очень плохо. Я тоже не хочу тут ставить. Больше сотки никак не будет. Давайте я поставлю сотку. Но больше сотки точно нет, я уверена в этом. Ну прикиньте, там очень маленькие цены. На стенке продано опять. На стенке самый лучший аукционист. Итак, пожалуйста, пожалуйста, хоть бы больше сотки, хоть бы больше сотки. О, неплохо. Да ладно, да ладно, да ладно. 189. Так, ему продали за сотку. Нет, да ладно. Обалдеть, тут все дорого. Мне кажется, будто одни и те же вещи продаются. 125 тут я поставила, хоть бы было больше. Точно больше, уже я в плюсе как бы. 225, ну хорошо, на сотку в плюсе. Итак, забираем с вами вот это вот. И что это, котик. Забираем котика и какое-то сено. Ну, самое дорогое, в конце концов. Так, все остальное 346 продаем. Конечно, конечно, немножко не хватает. О-о-о-о. Так, 31 принять и 30 принять. Отлично, уже что-то кто-то купил. Продать предмет еще, ставлю тут сено, а тут ставлю кошечку. Я надеюсь, что кто-то еще придет, пока я буду в аукционе. 750, могу. Проверьте, 30, 52, 54. Ага, точно, все, там 200 где-то будет. Давайте 150 ставят, хорошо, 175 ставят. 200, я ставлю 200. Я уверена, что больше 200 будет. 250 никто не поставит. Больше 200 точно будет. 250 нет смысла ставить. Настянка продана. Вы получили значок выиграть 5 гаражей. Гений. Ой, ой, ой. Обалдеть, тут все очень дорого стоит. Тоже где-то 175, мне кажется. 200 уже поставили, 250 не имеет смысла. 300 нет смысла ставить, 300 нет смысла. Хотя, может, там и будет что-то на 300. Но ты тогда в плюсе не окажешься. 32, 28. Обалдеть, обалдеть. Да ладно. Тут хорошие такие цены, слушайте. 250, 300. Ставлю 300, ставлю 300. Я что, зря на аукцион пришла все-таки? 350 никто не ставит. И... пожалуйста, 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 отдайте, отдайте. Настянка опять выиграла. Я гений, мне кажется. Итак, пожалуйста, хоть бы больше 300 было, чтобы я не просрала деньги. Есть, уже больше 300. Yes, 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 yes. На 200, можно сказать, в плюсе. На 200. Так, кто-то выиграл больше? Нифига, чувак хорошо залутал. Можно было и 300 предложить. Но тогда не очень в плюсе. Я больше в плюсе все-таки, чем он. Тут я поставила 200. И в плюсе на 74. Ну ладно, уже хорошо. Боксерские перчатки. О, я не смогла еще одну забрать. Ладно, давайте продадим все за 687. Это мой магазин. У меня должны быть покупатели. Я уверена в этом. Кто-то покупает сено плюс... ага, плюс 35 долларов, плюс 40%. 25, это плюс 0. Не-не-не-не-не, не надо плюс 0. Не надо. The Store Sucks. Говорит, что это плохой магазин. Нифига подобного, чувак. Боксерские перчатки и куколка моя. Моя Hello Kitty. У меня все шикарно. $1000, ребят. Изменить магазин я пока что не могу, к сожалению. Не, но я могу стеллаж побольше купить. Декор не могу. Сколько подиум один стоит? Вообще, мне кажется, подиум лучше повернуть. Удерживайте. Мне кажется, тут где-то будет лучше, если оно тут останется. Все, шикарно. Так, смотрит, смотрит, что-то смотрит. Давай, 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 ну, смотри, пожалуйста, купи что-нибудь, купи. Давай, давай, я верю в тебя, давай. Можно что-то апгрейднуть? Пока что ничего не могу апгрейднуть. Вот же фигня. Что она смотрит, 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 смотрит. Да что ты смотришь? Я самый лучший продавец, дай мне денег просто. Я тебя выгнать хочу. Уходи, уходи, мне не нравится то, что ты постоянно смотришь. Not sure about this item. Что тебе не нравится? Все, я ухожу на аукцион, меня не волнует. Идем сюда на склад опять присоединиться. Итак, идем, 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 я готова. 750, так, 26, о, 9. Он тут не больше сотки, мне кажется. Ну, не больше 150 точно. 175 есть, 200 уже есть. Все, нет смысла больше ставить, нет. Обычно я выигрываю в первых слотах, но нет. Поздравляю, чувак, ты смог. 44, 47, 26, 26. А, ну, где-то 100. Блин, давайте я ставку поставлю 300. Я поставлю 350, все, пожалуйста. Я хоть немножко
подписчиков плюс войду. 400 никто не ставит, все, я должна выиграть, я верю в это. 351, 352, Настянка опять купила, нормально. Сколько у меня еще останется, 200 где-то, да? Нет, 300, 300 должно быть. О, это самый богатый, такой хороший. Так, 175, 250 ставлю я, 300 ставит чувак. 350 ставлю я, все. Я уверена, что там больше 350 будет. Я уверена, что я хоть что-то заработаю, я должна. Настянка, 350, yes! Итак, пожалуйста, хоть бы больше, пожалуйста. Все, я в плюсе, yes, yes, 150 плюсом, 153. Так, а чувака больше, а, это тоже Настянка? Настянка. О, да ладно, я бизнесмен, я просто бизнесмен, чертов. Мне же радостно очень. Тут чувак очень хорошо в плюс ушел. Не, ну не очень хорошо, я все-таки больше. Мне надо вот это и вот это все. Не, или давайте вот это вот еще. Это все-таки лучше, правильно? Ворота там какие-то. Все остальное за 898 продаем. Я оказалась еще и в плюсе в хорошем. Я молодец. Тут уже есть, ага, плюс 52. Отлично. И тут плюс 73 бакса. Шикарно. И значит, ставим вот так и ставим вот так. Давайте здесь. Все, шикарно, шикарно. Просто отлично. Идем на новый аукцион. Итак, новая, я готова. 30, 15, 20. Ну, короче, тут все недорогое. Очень недорогое. 75. Есть, ставка Настянка 125 случайно поставила, ну все, короче, больше никто и не даст, потому что тут очень маленький вообще бюджет. 150 поставила, ты дурачок? Я не буду больше 150 ставить, 175 это незачем, просто просрать деньги. 48, 51, 9, нифига себе, тут цены хорошие, обалдеть. Так, 125, я ставлю следующую ставку 150, блин, 250 поставила, ну ладно, черт с вами, давайте 250. Я уверена, что тут будет больше в любом случае. Все, Настянке продано, крутой аукционист. Ой, 14, 35, обалдеть, ну тут что-то может быть еще внутри, блин. Я все-таки надеюсь, что тут внутри что-то больше. Я ставлю 300, 350 ставит, я ставлю 400. Все, больше 400 не может быть. Кто-то поставил 450, да ты дурак, ты бешеный, зачем? Тут больше 450 не будет, ну максимум 500, ты мало в плюс уйдешь. Он просто, видимо, очень сильно грустный стал из-за того, что он вообще ничего не купил. Я же говорю, тут не на особо ты в плюс уйдешь, это фигня. А вот Настянка хорошо в плюс уйдет, очень хорошо, я в этом уверена. Сейчас будет у меня достаточно. Давай, я же говорила, я гений, просто гений. Тот чувак тоже не на особо в плюс ушел. Я же говорила, не было смысла что-то еще ставить. Аквариум давайте и вот это вот. Все самое дорогое все забираем, а тут минус 302. Я не против. У меня постоянно магазины открыты. Плюс 22%, 61, конечно, продам. На аквариум ставлю и вот это вот еще. А это нельзя тут тоже поставить. Надо еще одну полочку какую-то взять. Так, плюс 8%, тут фиг с тобой, давай. Хоть что-то будет. О, какая прелесть. Какое чудо, вы просто посмотрите, метать дротики. Нам надо срочно на следующий аукцион. Ну, кто-то еще зашел. Ну, давай, коротышка. Давай, малышка, покупай. Я верю, что тебе нужен аквариум. Там какие-то красивые рыбки еще. С водой, тем более, сразу же продается. Давай. Ну, хорошо, подумай насчет этого. Меня так раздражает, что они очень долго думают. На самом деле, прям сильно долго думают. Все, ты решила уйти? Че, аквариум все-таки? Короче, я думаю, она очень долго будет решаться. Поэтому идем с вами на склад. А че? Почему нет? Там 49 было. Так, 38. 49 плюс 38. Уже там соточка получается. Давайте я ставлю 175. Но тут не будет на 175, блин. Я просрал. Чувак, да 200 там точно не будет. Ты просто лоханулся. Зачем? Оно не стоит намного больше 200. Ты мало в плюс уйдешь. Так, 12, 45. Ага. О, хорошо, отлично. Тут где-то, ну, больше 200 точно. 300, ладно, 300, 350. Ой, чуваки, зря вы это все. Вы просто тратите деньги. 450 нет смысла. Это все дешево. Тем более тут нет ничего закрытого особо. Тут все цена и так понятно. А вот тут есть закрытое. Так, 53. Хорошо, поняла по ценам приблизительно. Но тут где-то 300 будет. Давайте 300 поставлю. 350 никто не поставит. Все, отдайте мне, пожалуйста, отдайте мне 300. Отдайте мне 300, я вас умоляю, мне просто 300. Настянке продано! Молоточком так надо бить. Сколько получится? Пожалуйста, не говорите, что 200 сколько-то. Во, уже в плюс вошла. Хорошо, на 100. На 235! О, умею я считать. А тот чувак, мне кажется, очень лоханулся. Оно не намного будет. Ну, 115. Ну, это хорошо, но не очень много ты заработал. Тут, в принципе, тоже не намного в плюс пошли. Я же говорила, нет смысла было ставить 250. Давайте вот это куплю. Шикардос. 418 продала. Я просто гений. Смысл участвовать в аукционе, если ты ничего не можешь купить. Плюс 42. Конечно, я тебе продам. Плюс 51%. Конечно. Слушайте, ребят, забирайте все, что хотите. Скейт опять нельзя. Да что ж такое? Хорошо, что я купила этот стеллаж. Я прям как знала. Все, скейт у нас есть. Идем на следующий аукцион. Мне срочно
срочно нужен аукцион. Я обожаю аукционы. Все, с этого момента я обожаю аукционы, особенно если есть деньги. 49, 11, 49. О, хорошо. Ну, где-то сотка уже есть. Давайте я поставлю 125. 150 кто-то поставил. Ребят, это того не стоит. Это того не стоит. 175 не стоит вообще. Ну, радуйся, аж что ж, ты не намного в плюс уйдешь. 34. О, хорошо. Неплохо, очень неплохо. Так, тут я готова потратиться. Ставлю 200. 250. Так, кто ты ставишь? Куда ты ставишь? Ребят, вы такие дураки. Черт с вами, ставлю 350. Все, 300 на стенке продано. Все, нормально. Тут в коробках очень много закрытого, поэтому я верю, что будет что-то дороже. 26, 38, 35, 50. О, хорошо. Хорошо, так, тут я потрачу все свои деньги. 400 у меня есть. 300 ставлю я. 350 никто не ставит, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. 1, 2, я очень сильно уйду в плюс, пожалуйста. Yes! Да, 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 да. Тут точно больше 300. Итак, смотрите, тут все очень дорого. Хорошо, хорошо. На 168, ну не так уж и много, но все равно. Вот здесь я хорошо должна войти в плюс. Да ладно. Отстой какой-то. Да и тут чувак... Нет, тут чувак хорошо в плюс вошел. Обалдеть. Ладно, фиг с вами. Давайте вот это вот снова забираю. Все остальное продаю за 800. Все, продаю. Мне нравится продавать. Обожаю продавать. Тут кто-то минус 5. Нет, до свидос. Слишком дешево продаешь. Тут плюс 12. Ну ладно, фиг с вами. Давайте вот это ставим. И вот эту вот красивую конфетку. Все. Все у меня тут продается. Идем на аукцион следующий. О, мне новый аукцион открылся. 1800. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Магазин, 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 магазин. О, господи, как мне нравится. Итак, тут по большим ценам играем. 58. Хорошо. Дороговато стоит. Так, ну я готова дать 500. Давай, я 550 даю. 600. Я даю 650. Блин, 700. Да, ну тебя в задницу, а. 750. Давайте фиг с вами. 750, попробую. Я забираю. Настянка забирает. Настянка забирает. Yeah! Так, 88. 79. Ой, 38. 30. Ой, ну тут маленькие цены, конечно. Только я не знаю, что слева сколько стоит. Не, больше 700 я точно не буду ставить. Нет смысла. Вы чё, ребят? Вы чё? Да вы спятили. 850. Какие 850? Какие 900? Вы не намного в плюс уйдете, ребята. Какие нафиг 1000? Да это бред какой-то. Они что, играть не умеют? Ладно, потом посмотрим на итоговую цену. Хорошо. Тут 135, 33. Ой, тут мало все. Мало, мало, мало. Давайте я попробую на 500 поставить. 350, 350. Хорошо, тут даже 500 нельзя. 350. Ставлю 350. Все, это мое. Мое, 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 мое. Все, два ящика моих. Два ящика моих. Yes! Настенка, гений. Все равно больше заработаю. Какая разница? Уже в плюсик вошел. О, хорошо. Так, это кто-то другой вошел в плюс сейчас, но мне кажется, она... Да ладно. Нифига себе. Но если бы на 1000 поставила, то 350 заработать, это фигня. Итак, Настянка, пожалуйста, скажите, что я не обосралась в этот раз. Тоже хорошо, на плюс пошла. Прекрасно. Вот это забираю. Шикардос, мне все нравится. И за 1200-300 продала. Все равно я в плюсе остаюсь. Какой смысл вообще экономить? Плюс 34. Естественно, на, я тебе продам. Конечно, держи, пожалуйста. Кто-то новенький пришел. А тут все нельзя ставить на этот подиум. Ну ладно, давайте поставим тут лампу. Пусть она тут все освещает. Плюс 30. Конечно. Что я тебе продам, плюс 30%. Слушай, солнышко, с удовольствием. Так, я могу апгрейднуть 4 слота. Давайте вот это апгрейдим все-таки. Мне хочется, чтобы у меня красивый был такой. Это можно вот тут вот, вот так вот немножечко передвинуть. Вот так, допустим, все, шикарно. Это мы тоже передвигаем. И можно тоже повернуть. Вот так примерно. Пусть все стоят, сюда смотрят. Подождите, я же могу себе сейчас еще улучшить, чтобы слоты больше. 50 стоит, блин, чтобы уносить. Ну ладно, пока что будем копить. Так, давайте подиум 1 еще добавим. Или подиум 2, я не знаю, что-нибудь добавим. Давайте вот тут вот поставим. И еще что-то мне надо изменить магазин. Давайте еще один подиум добавим. Вот так вот рядышком пусть стоит. Шикардос, шикардос. Тут я могу предмет добавить вот этот вот? Не могу, не могу. Это что-то другое. Картина. Пусть тут будет картина. Все, у нас очень красивый, прекрасный магазин. Мне все нравится, меня все устраивает. Аукцион. $50. Ладно, давайте попробуем магазин какой-то. За $50. Но у меня есть деньги. Я могу как бы немножко побаловаться. 130. Ух, ух, хорошо. Блин, неплохо. Ну тут в коробках что-то может быть очень крутое. 500 ставлю, 500 ставлю. Ставлю 600. Блин, ладно, давайте 700 поставлю. Может, вот там что-то дорогое будет. Пофиг, у меня еще 110 останется. А один я точно какой-то просру блок. Вот этот один гараж. Все остальное, главное, что мне прибавит что-то. Так, сердечко сколько стоит? 31, 37, 63. Ага. Ох, как дорого. Хорошо. Я ставлю 400. Ставлю 500. Все, 550 никто не поставит. Если сейчас никто не решается, значит, никто не поставит. Там точно что-то... Нет, возможно, и нет. Возможно, и не что-то дорогое. Возможно, я просто обосралась только что. Ну ладно, будем надеяться, что нет. Картина опять это 150, 150, 34, 58. Ну тут мало, тут мало должно быть. 350, ставлю 400. Кто-то другой поставил 400. Все, 450 я не буду ставить. Тут нет смысла ставить еще больше. Нет, 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 нет. Там даже унитаз, по-моему, дешевый. Молодец, чувак, поздравляю. Кто-то уходит с аукциона ни с чем. Как так можно? Это ж фигня вообще. О, ну неплохо, неплохо. Но 500 не было смысла ставить. А вот тут я поставила 500, и я все равно заработала намного больше.
больше. Практически на 300 в плюсе, я гений. А вот тут, кажется, я не очень гений. Нет, все равно нормально, плюс 146. Хорошо, вот это вот вставляю, это все я забираю. Все остальное продаю за 1200, шикарно, шикарно. У меня магазин такой же красивый. Ой, окошки светятся. Минус 6% нет, плюс 6% нет. Давайте все откажем. О, тут раковину как раз можем поставить, шикарно. Это мы не можем здесь поставить, ё-моё, опять подиум. Ну ладно, давайте пока что попридержим. У меня в инвентаре вообще есть место? Одно из трех. Еще два могу забрать, нормально, нормально, нормально. Теперь идем сразу же на еще один аукцион. Тут 1800, в целом нормально, на 1800 играем. Это просто шикардос, как мне нравится. 125, так, ага. Ну тут не будет дороже 350. Все, нет смысла ставить, нет смысла ставить. Тут очень мало оно стоит, очень мало. Все, видимо, уже успели посчитать. Так, 47, 175, оху, оху. Это флаг Канады? Что? 150, 600, 650 уже поставили, 700. 750 ставлю, 800. Ой, я 800 поставила случайно. Ладно, может я в плюсе окажу 900, да вы с ума сошли. 950, я должна потратить свои деньги. Все, все, на стенке петь продали. Отлично, все, ребят, до свидос, до свидос, до свидос. Тут 132, 50, 35, 40, 73, 104. Ну где-то, давайте 500. 150 на стенку поставила, да что ж такое. Я не просру деньги, надеюсь. Пожалуйста, скажите, что нет. Тут должна быть стоимость где-то вообще меньше 55. Но фиг знает, что в коробках находится. Давайте считайте. Ага, ну, о, хорошо, хорошо. Нормально, на сотку хотя бы. Вот тут все очень странно как-то, мне кажется. Нифига себе, чел в плюс ушел. Неплохо. А, это я ушла в плюс в прошлый раз. Так, раковина мне не нужна, давайте вот это вот купим. Все, нормально, это все остальное продаем. Я гений аукциона, мне кажется, ребят. Ставьте лайк, если считаете так же. Так, кто-то ко мне тут пришел, плюс 50. Естественно, я тебе раковину продам за 50. Да все, до свидос, до свидос, ты мне предложил меньше. Это тоже продам, там уже у нас ничего нет. Плюс 18, ну фиг с тобой, ты все равно больше предложил, чем прошлый. Это ставлю сюда, это ставлю сюда. А я могу еще один подиум поставить? Могу, конечно. Давайте вот так, вот чтобы у нас все продавалось. И тут ставим вот этот предмет. Все, у нас все продается, у нас супер классный магазин. О, у нас люди ходят, у нас прекрасный магазин. О, еще зашли, шикарно, шикарно. Не зря я деньги зарабатываю, 2800 уже заработал. Так, аукционист. Не, минус 19%, давай в баню иди. Да свидос, да свидос. Я знаю, сколько это стоит, поэтому не надо отправить обмен. Не, не надо нам обмен отправлять. Пожалуйста, хоть что-то, кто хоть кто-то что-то купите. Это крокодил Гена. Шикарно, здорово. Покупай, все тебе продам. У меня очень много столов, точнее очень много подиумов. Я надеюсь, что хоть кто-то что-то купит. Да нафига тебе тот скейт, Гена? Бери вот магнитофон или гриль, чтобы пожарить себе что-то. Гена, не надо, пожалуйста. Гена, не делай плохой выбор. Не, ну смотри, сколько ты мне хочешь предложить. Он ушел в итоге, что? Не все горят желанием покупать у меня что-то. Если мы наберем с вами под этим видео 10 тысяч пальчиков вверх, я сниму вторую часть продолжения. Будем с вами продавать товары и участвовать в аукционах. Не забудьте подписаться на мой канал, а также в описании ссылочки на мои соцсети. Обязательно подписывайтесь. Ну а с вами была Настя. Всем пока-пока.